Я
это плечом не работает, ты видишь? Но я работаю как живу. А вот это, а сейчас я пойду ломать эту ногу. Только после этого все спиной, там все. Уже больше сил будет давить. Давай. Ложись. Я просто хочу принцип рассказать. Лежа максимально безопасный. Вот это видишь, что я делаю? Я могу вот просто ломать ее, видишь, да, через бедро, да и не сжимай. А я могу вот нажать, и ты уже чувствуешь, а я еще не ломаю, понимаешь, да? Там просто жир пошел. У тебя уже нога ощущение, что уже болевой пошел. Нога при малейшем движении начинает крутить сустав, она реально так чувствуется. А потому что я говорю, что будет делать? Вот это. Вот. Вот это делает. Это не болевой ничего, это отключает твои связки. Сейчас мы просто повторяем. Идет одно и то же движение, один и то же знак удар, и раз, два, три. Причем я сейчас показал абсолютно разные уровни. Я показал на шею делом, я показал на делом.
человек, здесь он как бы более плоский, здесь расширяется, да, идет. Давление происходит сюда, ногами, руками. Между мной и им, чем меньше пространства будет, тем лучше. Максимально маленькое пространство, максимально хорошо. Чем больше пространства, тем у него больше возможностей там, для выхода, включения, там, люфт, это будет не очень мешать. И голова должна быть не здесь, например, где-то на уровне живота, а желательно на уровне моей головы. Как правило, здесь я люблю этот захват. Раз и все. И его нельзя разорвать. У меня мышцы не устают. Если я вот держу, я держу мышцами. Я держу мышцами, их можно разжимать, если у меня сильные мышцы, они могут устать, затечь и так далее. Вот здесь у меня мышцы не работают совсем. Раз, два, причем и все. Ты не помогаешь. Я могу держать так, блин, ну пару минут точно могу держать, даже очень сильно здоровый пацан. Ножки, я забрасываю максимально высоко под мышцы, выпрямляю и начинаю даже сдавливать. Если для человека это неожиданно, и у него там не какая-нибудь сверх. Нереальная диафрагма, какая-нибудь жабрами, но, как правило, он не может постучать. Какого-нибудь хампа я не задушу, потому что он подсевает сам. Он еще подлушит. А кто-то спросил, что ты? Мой самый первый прием, который я в жизни выучил, это дзюдо, например.
ручку сюда, но в дзюдо здесь поднятие таза идет. А я его научился через несколько лет, лет через 8 научился не поднимать таз, а опускать кисть. Вот я просто это... А в дзюдо здесь поднимаю кисть. Но если рука очень гибкая, человек может через мозг вставать и начать крутиться. Не очень гибкая, да? Вот, может руку уходить. Главное то, что рука сюда. Я начинаю делать так. А некоторые так отпускают, и, соответственно, он берет ее раз, и я уже не знаю, что мне с рукой делать. Но если я кисть это не отпустил, выжал, и на свою же руку давлю своим коленом, я пошел. Если он меня похватил, вот я не могу разорвать руку. Рука не разрывается. Мы бицепсом придавливаем кисти. Для того, чтобы так ручку согнуть побольше в угол. То есть если она вдруг такая прям прямая, то выкинь. Я не могу захватить, мне неудобно. А если она кусовнута, я спокойно поломаю плечо и все. Очень больно, реально неприятная штука и неожиданная. Вроде ничего, вроде он в замке держит, как бы я ничего не делаю. Выкрутил. Пошла сюда ручка. Так, это вам показали, это показали. А если замок на шее? Здесь? Здесь уже идут какие-то другие вещи. У меня маяк, который я очень люблю, это диафрагма. То есть я вот лег на его диафрагму, взял шею. Мне все было, здесь эта рука, вот здесь эта рука. Я на руку это не обращаю внимания при этом примере. Где бы она ни была. Часто здесь ты хватаешь, начинаешь давить. Он что делает? Он упирается этим сам и хочет довести силы по кругу. Я пропускаю, например, на 10, для того, чтобы чуть-чуть там на руках укрылась. Специально так, борюсь, раз, и подбиваю локоток. Раз, уже у меня пошла ловушка, раз. А я ее часто делаю диафрагму совместно, двойной такой дышащий. Одновременно и тут, и тут. Переключусь на пресс, уже ничего не выйдет. Если я давлю туда дальше, ничего не выйдет. Именно только на этой груди лежу. И когда я дальше даже кручусь, я не переворачиваюсь на работу на пресс. Я здесь накручиваюсь прямо вот на груди, на этой, но я накручиваюсь все время на груди. Накручиваюсь только здесь, на ней. Не переключиваюсь дальше. Мне нравится. Я относительно недавно выучил прыжку, года 3-4 назад, был сам бизнес. Вот это. Вообще ужасная вещь. Вообще фигня, да, такая? Долю секунды человек не может терпеть. Вообще полсекунды не может выкинуть. У нее ничего нет, просто ломается, не мешает, не еще. Просто почему-то больше быстро послушаем. Этот человек может, смотрите, может выкинуть, убегать, раз. Ну, вот видите, как он потянулся, да, и поймал, вернул обратно. А еще иногда, уже начали и так далее. И делали даже. Боролся с такой еще, что сорвалась, пожалуйста. Когда вы здесь научитесь внизу, и она вас придет как бы. Так что еще хороший будет. Ну, то, что я это здесь делаю, понятное дело, можно его делать. Я правда показал. Диафрагма, смотрите, кольцо. Кольцо у нас максимально маленькое. Идеальное кольцо, это вот это. Мы уже не сделали. Поэтому я упираюсь в ловушку. Раз. Прижался, все. Могу закрыть за шею, могу не закрывать. Дальше я накручиваюсь просто на его глаз отрываю. И чуть отогрузился, и все, держу. Могу 5, 10, 15, 20 секунд пробежать. Ну, а я должен при этом дышать. При диафрагме, при вытягивании руки, при ломании ноги, при любом приеме я всегда должен дышать. Как эти самые тяжелоатлеты, они поднимают руку основными, они же дышат все время. У вас должно быть в принципе то же самое. А у нас ошибка какая? Мы там подохил или руку не... 10 секунд не дышу, уже теряю сознание, я не дышу. Не получилось. А почему-то у тебя вот такое все свинцовое, руки не работают, пальцы не работают. Почему? Ты не дышал, ты дышишь. В сумасшедшем режиме, в темпе перед боем. У тебя там кровь все остальное гоняет, там 5-7 раз быстрее, вообще, если я
того, чтобы показать, ну, перегруз, останови, сбавь темп, сбрось, перестань меня нагружать, тогда мышцы, они же от перекача болят, от перегруза болят. Да. Ну, быстро мозг выбрасывает, чтобы быстрее это самое. Естественно, лазунки не работают. Казалось бы, подумаешь, там 20 секунд подержал. Схватил что-то, подержал и не смог задушить, не смог отвесить, не смог или еще что-то. И ты сдох. Вопрос в том, что мы сдохли именно потому, что мы не дышали 10-20 секунд. Поэтому любой прием, когда хватаете и тянете, поднимаете человека, руку, ногу и так далее, мы должны просто как будто из всех сил что-то тяжело делать, но мы при этом дышим. Что бы это ни было, там ахилл, там колено, рука и так далее. То есть как хватает. Схватил, бам-бам, и не дышим. Да нифига, надо. То есть тянуть и дышать просто все время. То же самое с рукой, с любым приемом. Любая вещь нельзя, а ее не дышать. Даже если вам тяжело очень что-то, предельное напряжение сил, вы должны дышать. Вы должны научиться раздельно, чтобы у вас работала диафрагма и мышцы там все работают раздельно. Потому что у нас кажется, что мы концентрируемся на чем-то. Все. 10-20 секунд без воздуха — это просто смерть для организма. Говорим бывает. Сейчас вы сидите, дышите спокойно, вы можете 20 секунд задержать на воздухе. Но если вы где-то бегите там 3 километра, и перед финишем у вас старт там такой раз, перестал там попробовать 10 секунд не дышать. У вас отключается организм вообще. Но ощущение, что теряешь сознание, потому что куда плывешь. Выбрасывается такая штука в круг сумасшедшая. Так. Давайте ручка дальше. Ручка сюда, ручка сюда, ручка сюда, ручка у нас сюда. Ручка у нас сюда, диафрагма выделили сюда, есть диафрагма, как мы классики сказали, вставляется сюда, сюда и все. А та диафрагма уже вот такая. Значит, это силовая, мощная, ну, тоже идет. С этой позиции мы можем это делать. Руку сюда. Единственное, что я... Меня учили, я чуть не поднимаю, не буду все локоть. Все тренировки, где лучше принимать локоть, его не надо принимать. Мы ломаем локоть, мы всегда ломаем плечо. Вот мы здесь поднимаем, делать то, что я прошу. Я прошу опускать эту руку по полу опускать его сюда. Не готов. У него нет ни одного шанса выйти. Если я начинаю открыть его так, он через него начнет уходить. Давайте ручка такая, это прямая, она распахнута.
как себя прижимать. А ты вот как себя прижал, вот так стоит, ну да. Тебе тяжело, пипец. А ты что брать? Она же убирает в грудь, и я сам себе мешаю тем, что не даю люстра, но я руки, я ее спасаю, что я прижимаю.
ребят, я показываю там 5-10 штук. Делайте все. Какая-то одна, две не получается, не делайте, делайте те, которые получаются. Сейчас просто время, чтобы там не цепить. Yeah.
Ребят, вот эта штука, которую сейчас сделали. Она очень необычная и очень крутая. Если мне здесь что-то не проходит, либо чуть-чуть плечи начинают вырываться, либо он проворотит. Я делаю раз. Саша Бутенко, если это мой двоюродный брат, он чемпионом один был. У него было это штука. Он делал прямо вот этот прием, делал прямо его с висячкой. Его соперник поднял в воздухе, он сделал так на пару. И на замену. Вот выйти оттуда почти все нужно, это показывает, что легкая штука такая. Сейчас будет успешно. А выйти уже это деньги. Вот его вас держит там. Или побьет, либо зажимать. Саша, как раз сейчас. Ну теперь ты. Давайте, давайте. Я как раз давай хочу. Пацана мешаешь. Вот, видите? Куда будет? Куда будет? Рука на тебе. Я руки здоровый. Задача набросить ножки на плечи, причем кубленные плечи. Раз, и соединить их, что обычно мы делаем, обычно плечи, а здесь нужно скрести. Раз, два. Вот пошла рука. И как бы нажима такого особого нет. О, а насчет именно вот этих рук, он никуда не девается. Рома, именно в ножке нужно поделать, потому что это реально хорошая вещь, она реально получалась. Поехали, ребята, наши. Поэтому давайте это самое. Акцентируйте внимание. Давайте Thank you.
если рука сверху, я могу все это кисти. И в ММА это разрешено. И часть их рыбы разрешена, часть разрешена. Мой кисть, не пальцы. Если она будет снизу, тогда я ее не сделаю.
Я не должен тут лежать, я должен сидеть. Вертикально, прямой спиной. Да. Поехали ломать. Слушай, как мне это все приходит. Их никуда отчет, я должен дать ему еще посадить. Да, понимаешь? Попробуем? Так, подождите, я просто проходом. Нет, без прохода. Либо вот со стойки в одну ножку пошли, либо вот вообще лежит через. Значит, проход не нужен, где проходит работа. Значит, без выхода. Видите, я на бочок разваливаюсь. Раз, два, три. И все, выпрям. Смотрите, еще тут похожая штучка. Ну, не такая, но чуть-чуть все расположение. То есть, вот еще раз. На них, два, раз, лучше. И сюда. Вот все. Я беру руку замок и для других. Это одновременно когда растяжка, неприятный прием. Нога стоит вертикально, видите, чуть-чуть наклонена сюда. Некоторые протажи туда вот так, закрывает его. Нет. Вот сюда чуть-чуть. И как будто чуть-чуть через эту ногу так девушка. Пробуем. Может, вы перестанете снимать? Вы хотите послушать? Вот он со мной работает, мне это хорошо. Он здесь не кажется. Кто он снимает? Ну, он готов. Слышу, я понял. Щели бы не было.
сюда. Бам-бам-бам, вот. На каждый случай, почему не надо тушить? Сколько грамм 90? Сколько? 90? Так, ты сейчас решу решить до него. Ну-ка, я сюда еще на шею. Что? Да.
Водила на пару и мирница. Ну, я знал, что пара. Спасибо.
Саша, Алексей Алексеевич, глубокий, да, это почему?